1928 год. В Москве работает пленум исполкома Коминтерна. 15 февраля по поручению исполкома председатель ЦК Компартии Германии Эрнст Тельман выступил в колонном зале Дома Союзов на Всесоюзном съезде металлистов. In der sozialistischen Rationalisierung auf diesem Kongress tagelang beschäftigen wird, um in der Linie des sozialistischen Aufbaus jene Neuindustrialisierung und jene neuen Formen des sozialistischen Aufbaus, besonders in der Metallindustrie, zu erfüllen. Wir wissen, dass die Metallarbeiter die Kerngruppe sind des Proletariats. Он говорил о единстве целей международного рабочего движения, о формах социалистического строительства, о вдохновляющем примере советского народа, строящего социализм.